Раз. Раз. Еще устройте чуть-чуть. Раз. Вырагун был в землях на землю. Добрый день, уважаемые гости. Сирен нас видать кинче курма и бер пиде хавас. Паян перень книге уяду. Ну а я хулмась, чеваш халах паэче, чеваш тогда туда сталь республики зень культурин табативичле эщения, но май принесень лауреачия Валерий Владимирович Тругай, салам сацин тузен щержили книги пишли загладжи. Ща книги нет, и верхалах перлихень куня умень у ябаны у ирума продержи. Хальхи был гран, чеваш генре щер явы нации, тогда тохрхалах уж к ней представители зем урнащи. Чили улда на себе культура пролежа решить. Возьмем на себе кушенжики лежбеки, в чьих лезец и чьих пузык себе товарищи. Сегодняшнее мероприятие поступило предложение проводить на двух языках, и на чувашском, и на русском. Поэтому разрешите мне дальше продолжить на русском языке. Никто не возражает. Предметом особого внимания сегодня является книга «Салам. Страна высоких гор», переведенная на чувашский язык и подготовленная народным поэтом Чувашии, руководителем общественного фонда имени Михаила Сеспеля, лауреатом многочисленных премий Валерием Тургаем. Давайте поприветствуем его. Немного остановимся на этом сборнике. Этот поэтический сборник состоит из стихотворений поэтов 10 народов, проживающих на Кавказе: аварцев, адыгов, балкарцев, ингушей, кабардинцев, калмыков, карачаевцев, кумыков, лакцев и чеченцев. Среди авторов известны всем имена Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Олег Кишоков, Давид Кугультинов, Исмаил Семенов, Раиса Ахматова и другие. Всего 18 литераторов. Все они показаны вот здесь, вот на этом слайде. Вы можете ознакомиться потихонечку. Надо отметить, что до сегодняшнего дня произведения поэтов Кавказа на чувашском языке отдельным изданием еще не выпускалось. Слово для приветствия предоставляется начальнику отдела Министерства культуры по делам национальности, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики Михаилу Николаевичу Краснову. Пожалуйста. Вырубом буду физиоплетовать. Поехи книга Уяне. Пусть там с ней либо Чунжири, хама Министерства культуры тебе сам нашим. Книга Кучарисе Палахова Шамалышмар.
Тада ана кужана кышан карма, вот тада тадах та жевтера. Хой бүгінде, ша кужаруш ешне палдырасы енебе, расылға қамзатып шапна қаланы. Енжейде мана ұры шілге, шілгердің ішіне кужарма болса, ең құлан, юлық болса юатынша, хамын ұшшелі бөйші анжақ тезе. Шамбады бұл палдах кужару жы, еші бұл шағы бұзы пәргерішілі. Хайы бары пайынан бұшлазы, вұны тәрлі қалығын, ша шевір Капказын шерінде шуазы үсіне пайедын сәдезем, чавашта ядрама бұрды арзешін. Шымылы бұл, жевірі бұл палдахына кужары жы, кужарам тілегенше анжақ білей. Анжақта мүлігаз, торыштан хутемный девлык кулзан да кулбеш шамешен тума ударят. Вот пала перен, перен пиле комога, кудри чиренья, он яла чере шум задарят, вот пала перен чавашкалы поезжа Валерий Владимирович Тургай. Он написал лапы, культур мерсесе джебе, малашин мешан пузыки же, эште тузагума, выехал, чангем, пузы кому сынет бы. Табак сирен. Дорогой Валерий Владимирович, выход антологии кавказской поэзии на чувашском языке в твоих переводах является для всех писателей Дагестана радостным поводом, чтобы выразить в тебе свою давнюю любовь и глубокое уважение как замечательному народному поэту Чувашии, другу Дагестана. Сердечно поздравляю вас, желаю вечного вдохновения. Пусть процветает чувашско-дагестанская дружба на благо нашей великой России и ее многонациональной литературы. Эрни Эльдышев, народный поэт Калмыкии, председатель правления Союза писателей Республики Калмыкия. Высокий труд поэта. В столице Чувашии, города Чебоксары, вышел сборник стихов поэта Северного Кавказа «Салам, страна высоких гор» в переводе на чувашский язык. В книгу вошли стихи поэтов Калмыкии, Дагестана, Кабардино Балкарии, Ингушетии, Чечни, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Среди авторов сборника такие известные поэты, как Расул Гамзатов, Кайсен Кулеев, Абдулла Даганов, Саид Чапхиев и другие. Калмыцкая поэзия представлена стихами Давида Кубультинова, Джана Данастунова и Ирни Лыдышева. Предисловие книги написал народный поэт Чуваши Юрий Семиндер, который в частности отметил. Сборник составил и привел страстный борец за дружбу литературы народный поэт Чувашии Валерий Тургай. Как и хребты Кавказа, неизмерно высок в данном случае труд Тургая. Своим трудом он расширил грани созидательных стараний тех предшественников, которые по-своему украшали перила моста дружбы. И замечательно, что книгу составил и перевел талантливый поэт Валерий Тургай, один из ярких мастеров современной многонациональной литературы России, любознательный, душевный, знающий наизусть огромное количество стихов как русских, так и национальных поэтов. Кстати, и его стихи были опубликованы на калмыкии в переводе на калмыцкий язык. Выход сборника «Салам, страна высоких гор» несомненно значительное событие в необходимом сегодня деле укрепления дружеских литературных связей между народами России. Следующая телеграмма поступила из Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики. Выход книги кавказских поэтов Чебоксаров в переводе народного поэта Чувашии Валерия Тургая «Новая веха, новая вершина, новая глава в укреплении подлинных сердечных отношений между Чувашией и Республиками Северного Кавказа». Мы благодарим нашего брата Папая по крови, по языку, по духу Валерия Тургая за то, что он своим чеканным словом, переводческой деятельностью и своей гражданской позицией служит высоким идеалам братства, единения и многонациональной России. Народный поэт Кабардино-Балкарии, народный поэт Карачаево-Черкесии, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького Танзеля Зумакулова,
Муталик Бифай, Назир Куби, Аскер Дадуй, Альбер Узделов, Зейтун Талмуров. И позвольте мне еще зачитать телеграмму, которая поступила от Глуховой Веры Викторовны. Она является спонсором данной книги. Послушайте, пожалуйста. От всего сердца поздравляем вас с рождением нового шедевра, созданного на чувашском языке. Отрадно, что и поныне создаются подобные сборники, благодаря которым мы не только помним язык наших отцов, получаем возможность увидеть его красоту, богатство и индивидуальность, но и познакомимся с культурой древних народов. Несомненно, подобный симбиоз самым благотворным образом сказывается на нашем духовном развитии и ведет к укреплению связи между многочисленными народами нашей большой страны. Без таких людей, как вы, мы никогда не стали бы великой многонациональной державой. Большое спасибо. Вот такие поздравления поступают в адрес нашего великого поэта Валерия Тургая. Давайте похлопаем. Чувашсян Авалараб Кавказ Рабурна. Тень Чанбада Пельяк Кавказ Литературы Пиди Щивах. Виктор Нарындя Телеграм Булан Зиня. Чуваш Пайджизер Кавказ Ри Пайя Сымбе. Литература Уяра Зиниди Худшинзан Краще. Халаксей Туслаги Шинжей Салам Сарсей Тузей Шержили Книгери Умзамахраще Закадарфунда Чуваш Халах Пайджи Юрий Семенович Сининдин. Юрий Семенович – поэт, кужаруща, литература премизи лауреача, чуваш республиканчин, культурам Таватьевича Эшченя, поян был пьем кужара. Юрий Семенович – так ваше, селе самоаппарат. Хүйтөн саламлар ерсэн жаа бол тренингийн Хүйтөн Ванжен. Өлек калачыш. Дружба народов, дружба литератур дечыш. Ен жэнде поэтшэм бір-бірін хушынча тусны бұрын зассын, бірде-бірі бұжар зассын, Шау поэт сен халығы сенде, бір-біріне лайық рахымланмадығынан ашшы, бір-бірін беші бұқырақ бұларшы дезе чиратшыш. Литературная газета ятлы қажатра, ядараса рубрика бұршы. Дружба народов, дружба литератур. Он жоқ не бара, кашни республикара, кашни облашыре, кашни регионда литература де санжы зем. Анзалар ачыште литература, поэзию бьявы зем иртеречыш. Ширым жер, бұдыр жарфына бұрятшы бара, шау облажы ел республикына, чын-чын ұяу дергеленетші. Бенде дұғыр шешит мәлі ұлтым ұшылда, Олег Шестинский поэт ерсе бұраган, өзір делегаций бірін бата келшіде, бір әрде құшынша шетмен районы бар мәрі, шетмен құлағы бар мәрі, демелі, қасынчы, лайықтыр бұлысын, биде ұжықтыр бұлысын бұлсы екен. Yap hamda bizim bakırla şürüzeti mişerelde naşitir boncuk ne? Sıvı zeyrkalar, o zeymiyorlar iş. Bir ihnazem çıvar şerpı bikin bunu şebe. Öşekli beteklen pallaşış. Kayran bara, demişe şerde, demişe kaşatra. Birin Respublika literaturi, çıvar kulturi, çinçen ızık statya zeymişetlen zet okuruş şaplan. Birin tuzluk, ıtti halksinde, Шау Ергебеті, шау Майбада, малылла шеріпнен жүрдезі қалас керекмі. Құжару үші қақылдыған зәрбар тақшынақ құшланы. Маң жұтпала бұл бірін шүрулық құшланын және кекеренді. Мен жүрдесен фойклория бұл есемді, көсемдіріне, шын зәм бір-бірін бөлі құшынны жәмін, деп үшекіне құста бұрашы. Шапла Майба қалықпа қалық тұрташашы, шыбықланашы. Бара Иван Якович, Школі ұжымдық үшін, бірін алфавиттер келейінің үшін, Алла, ұжару үші қаттылдыған сен бейді бір ұрып
Voile unul zemnă mă ulă ca ertin. Este curând părinte Constantin Ivanov în Lermântăr pe mine. Unde un amele galam la Lermântăr. Iură de elin și-a pe Ionel. Иван Васильевич, Асла Эмбюбеля, Кирибей Чурада, да, Калашников, Пушечный Женщина, поэма Ангела. Чамчун, Чвашла, Чирный Бекен, Назагра, Петки, Константин Иванов, Кужарева. Лев Байла был азасен, этим чуш пуш берели это знает. Чирный характер, чирный кавале, хаш Бахтра Милел Артурна, Мелем Айла был нищен Джен Иванов, ша, деричун на пырзаде, Мелем Кужарна, Лермонтов, Чирный Бекен. Чавашла жирный день. Чавунбек стагу жабусел. Чавунбек айсел, ирин халықсынен шеколатсе бірашын. Ағадин ма, Сергейм, Сергей Есенин, хайен поэтом Грузии ядласы бінше. Поэт, поэту есть кунақты. Чынақта, Терескаларшкунда, Валерий Тугай поэтында, хыназем, дуссем, чевх дуссем сағалма, Витті поетсінде, ак Раїсу Сарбіман жіне бұқсалар әкхарепіті кімалла поеттесі бі. Онында, шаудері, онында да, онында да, чывашларан күжараган тұссын нұмай. Мен жін жін калат шады. Бұл чываш литературі, чываш поэзия, витті халықсен чәлхізіне күшма, тіпісті бұл нішін жін калат. Ирэр хапеді бұлангай бұлдарулықты. Мен жухле классиге, мен жухле чапла забышавал чувашла, чувашла калаштарна. Пушкина, Лермонтова, Твардовские, Симонова, Суркова, Литихалах сын поеще сыне. Таршибехем рассушля кучав забына. А волги поеценте те кучавна, халихи сыне те кучавна. Чапла майпа патем тенже литературине чувашины. Воламалла, хама шерхепе хавламалла, Туна. Енчемде Пушкинан, Евгений Онегин романне, Грибоедовын поэмине, драмине дейді, трагедине. Шабна чуваса бұжаса пиле лайық бұжаса глазы. Пирин жазучын өзік шитмен, шидене бұрмызы тарайды, өзік шидене бұрмызы. Чавынбек тәшкіксен пирин поэзиле шава дери нумай. Шава шертетсе біраттелді пирин халықсын тұрдықтыне. Кінеге ұмтылақынша, қалам сап, сен дұрсен шаршығыр кінеге ұмтылақынша, кіскен қалам үшінде пирин Кавказ, Шоржы Кавказ, поэзисінде халықсын сабышысынде, шоғынды тәсерге тақшанақ негістен нешінчен. Сулейман Стальский были Шелепи, Чуханове, Кайран Хиору Сенчи, Паяцин, Туслоге, Шав, Эш, Пызык, Пыльдерыш, Эш, Пумни, Шерпец, Паш. Пызык, Эш, Туры, Пирин, Валерий Владимирович, Хальхи, тогда Хамардан Маларахи, Паяцин, Сургизинец, Вашла, Кужарца, Гласа. Чувасцем, Чинчен, Паяцин, Петилайх, Клеш, Тебя, Халсин, Паяцца. Я видел, что Петр Гуленгаев закрывал шульня палах на жухне, музыковый литератор сен жухнича. Мне уже каш позаит. Да будешь еще жухне, Кавказ поэжи сен, да будешь еще жухне, музыкова поэжи сен, ты халах сен поэжи сен. Вор дядь ваш халах поэжи, Петр Гуленгаев шинчен. Ожа с Максим Галаш. Алим Кершоков, когда шахтенник и Рашупак, мы нам собесим впечатление. Алим Кершоков, Давид Кукультинов, Кайсун Кулиев, тогда ты поэтся, пейте Хузангая Асанса, чуваш халых не сумасуза, ожа с Максим Галаш. Шау с Максим. Шау халабнубла лару дуру, пейте халксин туслыхе, шау туслых кебере, черепленне жемен, черепленне зеку меня, кнатца барайте. Шау книга духни. Илашке ухтрати мех халаспулак, пирин книга издательствинчанде, кушарного произведения сен я че сен не писал кура прилашки утра на клубринте поэтсен хайзен кушарова бе хайзен поехали бе шаг еще хайзен чинеевсе туза бурач чинахта пире пирден поэтсен чин кушарас еще
kuşara şişti yavat bu ha. Nigamda Türkçe ilmin, hatta bu sen hamur yiş, hamur bilba, hamur yişba, hatta da sen şav, sava, lojje, kalksın bir yaşan zamanı, kivişe, birin tuzak, bu malla gerekmeli bu sen de. Şavış malla birası işin paşan zamanı. Andip, bayatsem urla, birin eşhel urla, birin kalksın tuzluya, şapla, malla, çirkinize, bıdırtçına. Tabii bu şey. Игорь Семенович. Кавказ литературы Адалана Вишенчей Ширман Егушерман поэт Пирин Республика Ращук Табуля. Вызенчей Пари Чуваш Халах Поэча Тенчерину Май Примезин Лауреача Чуваш Республикин Искусствен Подативиш Деятеля Порфирий Васильевич Афанасьев. Порфирий Васильевич, Сереса Махпараша. Юдашем, Кавказ это Умдихал Ксим, Возьмем литературу зем, перегнала, вырвался неде, литерал сын тяпло поедет за неде, Пушкина замахали. Лев Толстоя, Михаил Юрьевич Лермонтова, Есенина, тогда литы, ну май по цене, тяпло поедет за неде, или капитандарна, хайзамбатня туртня. Всяк поезий в Геланах, чуть поэзии поезий вся сотла, толла, кашбекты, эль в русской, хватлы поэзии бойна. Мэнши дюзэсэн вазэне, вазэн, халых зэнде, сёмбек шюльде ворныге, амарткай ксэн, вазэвэнне курзадыныге, хэзэнде сёмбек шюрактанза, сёмбек чаплы поэзии тэстэр зэн хвары. Кунда шуржэр Кавказ поэзии стэнэ гэрне, Валерий Туркайсят кэнэгэрне, кучарца кэтмешкэн зэвгэзэне, Расул Гамзатов Каладыне Лайхастывадов, Ермубан Мумай Пухкартра, Бустай Кадим Кидинчери, Кемиджа Буттабулны Зумбахрад, вот Шамбек Каладзе, вот Дагестанра, Вадролды Тарлихалов Куруна. Зенден Тилай же, Сирулых, Хайзен Сирулых и Бурзен. Вара анекдот Сюрен Пенинда. Тура Сюльде без сожаления хрень худочнее, чем дизель долдар на худочнее. Вот валис сюре, вот сам значит сын. Эрмен артельге прахсабарат, туда артельге смахран, первым бада шубашка разится, где артельге. Вот сонда брага, ну моя хтай у нас, мен где, цельге зен, худочнее где. Дагеста, значит, сын взял Тура хэгдэс исмэнзар шарчит кремэ бушлад да. Вара тура да хэн хразы гэгэ, бэдэм худашны перзэ бара. Мунда бэлю бадрол да чэнгэ бэлнэ. Вот шарба вара зэн бэдэ гэшны халықлы республика болзадына гайра гэгэ. Вот шарба, унды вот шак сартту зэн, шэрлэ жэ, юхан жэв зэн кэрлэ, шарбаза юхаган, Юхажев зен тогда амарткайксен, вежеве, тяжене, иди чапла савазен, иди чапла литература дума пулушная. Чалба пирен чеваш севде, яланах шах поэзии бэтне турдана, уйрбах, вот пирен Николай Сандров теген, тавай районинцен пиде, полторолы поэт курце, вон кайсын Кулиевын Аманны Чулнеге, Гамзатовын лирика ядна, пиреки треки негнеге, Чевашла гузер забанте, хузангай биде юратне, каларисинде, вон тилайжинбе, тусла булна, кай сын Кулиев пада, Гамзатца да санада гурна вал, вот, Расул Гамзатова валларинде, тада чизивых юлдажванын лак поэзи Юсуп Хапалаев булна. Явна хан гурзайменде, даря бербаку улынегар бурда гитаригенешке, незамин сагарзер керекшул, хи юбилейне валы думашкан, чанда бире Юсуп Хапалаев хажи разаду перге, вара вабир шере бек аласылар дума, хузангайга аза юзе, экаласыр вал биде нумай, зам биде сивых тусты бурны. Зам мускавра бирде бурны, бирде гурайны зам, самба бирин жен, Кавказ поэзи зам, яланах таванда, тусты, хай зам нумай бижарны зам, уйрбах ватсит мальбишу зэнзе, сердит перене гусен дагестандра,
Пирин республика Синнисем. Возене вот хузянага, я хузяне секлеме, я лизяне секлеме, пулушны гысен, пирин тустах кадавайдан загаре. Возепун да, литературе ирни иркердзис, пирин поэтсе, писателзем, Дагестана, айзатте ваш, литературн ве искусствен кунизене иркердзис. Вот. Лямба пиде кызык пештуна, паян гикун, вал туркай уяве, пире, вот тустах уяве тузапаны. Пегек кулат. Манжу па патсяк уявзен, гилашки вытра штахсай ранзисузен, евар, бахачин евар, курзердене кенеге гларамасе, но вот тургай, вайзи дерзе, вот патчала хулш мазрак, вайзи дерзе, жанбек, кенеге кларма бударна, вот скунда кене гунзага поэтран, вот бум брешне бе пите лайк пеледе. Бе хайгоритнзе союзе ерце бы на дюкне, ашни пеленумра, ашни сестра, вот майкопр хувинзе замахран, Исхак Машбаш и перде выездное заседание правления гесе, вот санда, радыгей, майкоп, па юнажар, пи, дичвильдет в сарцинзе, бежанбек, салазем, рулаза, санбек, пиди пузык, гудях в сердце, бывает в сердце, садим, совет союзнди, Халасен, поэтизем, Егор Исаев, Михалков, тогда и ты, Пазу Алиева, тогда и пизем, и пизем, и пизем. Вот, приперембе, паллашармар, туслашармар, приперне, сянгышен, нумай, нумай, пузяртымар, хамар тельгезине. Менгалас, иди, терестуна, ну, он тебе был, Расул Гамзатовен, журавли, тарназем, ябла, юрлине, тимашла, гузерзе, вот, на, кунда, раган, Вячеслав Ахтеркин пиде кереже хутта кундагына Маргушка врада кунда да Кузанда да тудар республикинде де басылады карде жүренінше бар пиде лайық кетсейде шагюрра пиде қана што пизарна валерин тургай но выпи мені земне кышт колдексер орында кыштах басканы кесесіне пули но пиде енде синедір заештене может басканы да вроде бір жоқ но Кутла, мен, итре, кушарузем, ну, маду пурмегунда. Вот, Гамзатова на туат, иги страфалды, то сагар жергенде совви. Индире жуплаще, сержинже, тималдан журална шерензем. Вады каспиде кавказсинже, малдан болна деще кайгарзем. Эп вара жуплады, эдемзем, тималдан туслашна шербелен. Кайгар пулзадына призем, пулзадына те призем шелен. Әлде тады шоғышлы, әлде лай кузарза паны Валерий Турдай, вот Карачан Карасол, Нарнаттан бейті чаптасын бейне. Ну, онында кістісім күнна нумай, бұл неге ана булаган хая хазыргат, ана ұтса хаван булас булат. Сұхва ана ұндандар мағай жоқ. Сұхва хаван буламала, хаван иттемелде, Вара сан чудно е южанат сал сал сува е ирун мас вол булаган дран хайн зенгели. Тамба пропаганда агитаци поеси е твој мастер. Вол вол булаганен чун буян нам зенгели. Намај. Тамба е бе Валери Владимировича сак сендири ја тебе те бургот сал сал млада и сине сиги низер када лепи поецине ирин Сяпка бояцем, Шерлюграда, Финдереги, Бигенумай. Возене де, Ирин, Циважин, Курдете бюджете. И стала их его, сана хамарн, допустим, она торшмала. Сана дума майсы бюджете. Давай, сыграем. Симфоника пилин Саличи Вячеслав Вахтеркин пере журавли ядла и вурга сандарет. Mm-hmm.
Кощук, Манал, Ганла, Варжигірєв, Тептона, Шамр, Татар, Салдасен, Щердеш, Бельбек, Той, Надька, Щирен, Вещещебек, Полза, Шуртар, Насен, Шабтар на землі жеще ушкан-ушкан, так шандан бахтем каласбек щуде. Тень шабан бах і бір дарат пар шапан, тінь гернешем салфулам пелете.
Ерлиевне Вахатре, Айдергая Пирин Республикан Культура Министерне, Роза Михайловна Лизаковна Асамблер. Физепле Валерий Тургай, физепле культуры министры, тадагунда гильне Балла Диндерсе, Булгарулы Финзе. Тената баян пирин республикара, биде пельдерешке кун. И бир Кунбек Тербулузен иртереттер. Нанзяхта тірлі Тербулузен тәрбелінде бізем ұйылса дырасы. Хайын пілдері жібе. Баяғи Тербулу пілдері жі сиғынна Чываш халаге үтті халық сенбе тұсы бұрнас Енбе. Туслық был биде сүйле жарай сымах перен патриарх Иван Яковлевич Яковлев хайын Калазахварна хирвензе туслық жинден уйрым жирна туслық бұрнардене Кәзім халық ба. Сәуангада Павла Чываш поэзия Валерий Тургай, Сагынбек, Цяплыда, Петикте, Кымылла, Кенеге Кларны, Сявдери, Бире Саундарать. Баян Каларескунда, Юрзимендерде Каларе, Павла поэт, Парфирий Филдашта Калазайбазе, Нумай унтень куебе сирия. Чываш поэтизм писателизм туслыхен день иртне эмерде нумайстына. Она и бер негызян дыман мабылдарай маспыр. Но баян ку эс сюле жайра сене дапкырда сене лебусар забрать. Сянбада Калашин Валерий Тургай сире, пойдем сирерин, пойдем чундан, там допустим. Там допустим, изер илем ли чеваш, вадазин мар, сямрак чеваш, хитрее останна чеваш, сириатура урниде пана, изер кундада полдарца брата. Сянбада дижинар дагашин, сяк ыры терерин туаган синзин ыры смахния. Тау да бус. Я хотел бы обратить особое внимание на то, что стихотворения, которые здесь переведены на чувашский язык, каждое стихотворение имеет глубокий смысл. Переводя произведения других поэтов из других республик, мы возвышаем свой чувашский народ. Возвышаем и народы других республик. Но прежде всего мы не имеем права забывать, мы возвышаем чувашский народ. Вот именно Валерий Тургай, сознавая и не сознавая, выполнял прежде всего эту миссию. Мы должны всегда любить свой народ, любить по-настоящему. Мне очень понравилось выступление Порфирьева о том, что стихотворение для того, чтобы понимать, надо каждое стихотворение силу своего ума, глубины мышления, высоты полета пропускать в свое сердце через свою душу. Без этого понимать невозможно. А Валерий Тургай, недавно были мы на нашей родине, в Батовском районе в воскресенье, он там выступал, он, откровенно говоря, всех положил
на лопатки. Он выступает так, никто иной, я еще не видел, не может так выступить. Горячо, пламенно, от всего сердца, каждый голландец самаги он выронула, каждый самаги хевельбек сюда, хевельбек хватло, хевельбек ошло, кам голома был драть, Валерий Тургасев. Тяжело это воспринимать, потому что, когда другого мы хвалим, чуваши, мы иногда завидуем. И каждый сидящий здесь такой, подойдет ваше время, вы будете презентовать, а вас будем говорить. Ну, сегодня день Тургая, день народов Чувашии, и мы должны о нем говорить. Так или нет, уважаемые друзья? Давайте скажем. Второе, на что я хочу обратить внимание. Мне очень нравится, здесь я открыл стихотворение, только вот здесь, в президиуме, какие стихотворения писали в свое время писатели и поэты других стран. Одно стихотворение посвящено Хрущеву. Цивашла Влазова, пора, пердякиси. Ажак Сензер Хвардер Бире. Сизенхире Суалтардер. Суалтардер. Кукуруза из пиде Савныран. И Верхальбиде Хезек Тыриран. Халь Тулдараси Кывак Сегара. Серденьки беде она. Вот какое стихотворение того времени, не боясь ничего, писатели, поэты писали и говорили правду в глаза политикам, которые не так работают, не так свою функцию выполняют. Поэты всегда были на передовых позициях, так или нет? Конечно, они всем нравиться не могут. Вернее, всем интеллигент настоящий. Всем урхлажбласе, хирислиме булдарасе. Самым бада Валерий Тургай, изир и тигунагильный писателем. Курде гунда тяпла зинзем, калашмада биде ивар, взем хужиндезер, тивисле, сирин шуба, шуба. Тогда еврей был оглашен. Я помню времена, я хотел бы сегодня сказать, возможно, студенты наши здесь присутствуют, выпускники, когда в 90-е годы стал ректором, впервые организовал факультет чувашской филологии и культуры. Затем организовал во главе Родионовым институт культуры, институт чувашской филологии и культуры. Когда я выступал на совете сенате Чувашского государственного университета, боялись выступать на чувашском языке. А я говорил только на чувашском языке. Нигамрана Хараман и Халехамбек. И даже организовали в университете хор, еврейский хор, поющий на чувашском языке. Вот что это значит. Умение организовать, умение, кто не любит чувашей, заставить любить. И поэтому, откровенно говоря, не так-то просто бывает жизнь. Сейчас я одну мысль еще хочу сказать. К сожалению, министр культуры вышла, но она, наверное, будет информирована. Скажу, Министерство культуры много делает. Но роль культуры, к сожалению, и поэзии, и писательских организаций принижена. К сожалению, модернизировать страну, какую задачу поставили руководители Владимир Владимирович Путин и совершенно правильно Дмитрий Анатольевич Медведев, можно только тогда, когда культура займет в этом процессе самое основное место. Без культуры модернизировать страну, модернизировать человеческие отношения невозможно. А без модернизации человеческих отношений, а без пищи социальной, экономической развития страны бесполезно. Поэтому духовность и нравственность являются основой модернизации. А в этом процессе духовном и нравственном культура занимает основное место. И поэтому писатели, поэты Чувашской Республики выполняют колоссальную работу.
немыслимо голосовать на работу. Но азявта и выразение хочуния их местка, хашпорчик не туй маспор, хашпорчик не полуш маспор, кирлебе. Зене берем полуш мала, зене берем кибернозова мала, зене шулыш мала, зене берем курмала, зене есть клязевер, хам рази клетпер. Чеваш калакне, чеваш республикине. Мы должны сделать все для того, чтобы, поднимая культуру, поднимать нового президента Михаила Васильевича Игнатьева. А не критиковать. Он не стал еще и работать год, и мы начинаем в некоторых местах его критиковать. Это неправильно мы делаем. Сына чувашского народа мы должны поддержать по всем направлениям. Что он говорит, мы должны слушаться. И это будет правильная демократическая позиция. Позиция настоящего чуваша, как говорил Иван Яковлевич Яковлев. Любить надо своих руководителей, поддерживать надо, поставлять свое плечо в нужное трудное время. И вот, Валерий Ругаев, наглядный пример вашего поступка. Эзер Пулдарадр, Пулдарна, тогда же вам бить Янах Эслер, Эзер Сямрах Чеваш Ади, лайф организатор, Собайна Зин, Собайна Паед. Но нельзя нан манер сумла раган, семендер поет пек синзене, парфир шулдаш поет симбек, и пелер бундал рать, ларать пирин палла падре район день, поет теса, и вы юрадаган сарби, раиса сарби, вон кстева носить мень, камагна курман, мы никогда примезю, мы лезем магна тюблман, да что дозить мне, вот херарам зен день, сарби век из сагалдара, зимут ларакирле, Валерий другой век шамбрах и зим, тогда арсен зен день туда ракирле, Зенжут не устремили, культурно полушмала, ворача ваш республики будет на фоне самой процветающей из субъектов Российской Федерации. Желаем ему успеха, здоровья, счастья, дай дорогой молодой человек, я тебе помогу, а ну. Ваш президент Балаш, а жена чувству майора Масыча, туда разве ту масса, благодала за и дядя. Давусь. Иван Лимонович. Порфирьев Мар, Порфирий Афанасьев. Ну, Лая Колана. Лая Колана. Лая Колана. Кумган Небе. Кумган Небе. Сахадрах Пельнибе. Давай. Иван Лимонович Кураков. Перезвонили, сказали, Салман Султанович, а вы знаете, что 25 лет никто не сдавал ее работы. Первый Валерий Тургай перевел чувашский язык. 25 лет о ней практически не вспоминали. Вспоминали только в узких кругах Чеченской Республики. А за 2000 километров, даже за 150, за 200 километров никто не вспоминал. Я вам выражаю свою личную благодарность. Благодарность правительству, благодарность.
спасибо, Татьяна Михайловна. За ваш вклад, хоть и на расстоянии 2000 километров, это не расстояние для литераторов, для поэзии, для стихов, для хороших дел, расстояние еще 100 тысяч километров не расстояние. Вы знаете... Ну, вы на чеченском языке спасибо, произнести, пожалуйста, в общем. А я вам потом переведу. Потом, да. Не переведу. Дейл Рейза Холилон. Абинч Болган, Абинч Машин, Абинч Сонтон, Абинч Кур. В переводе. Пусть Аллах вам поможет в ваших добрых делах, в вашем миролюбии, в вашей гордости, в вашем процветании. Спасибо. В вашем естественном чувашском народе. Вот Лев Матьмович сказал, что в Батыревском районе были. Я знаю, что у нас из Батыревского района. Вот Николай Иванович был 3-4 года назад было. На Новый год позвонил ко мне, или я к нему не помню, неважно, я скорее всего я к нему позвонил, поздравить его. И как-то получилось, у меня так, семья-то небольшая, детей 4-5, где-то вот так. Ну, смотрю, у меня дочка разговаривает по телефону, по чувашскому, на чувашском языке песенку поет. А я говорю, Сабин, ты что делаешь? Песенку пою. Говорю, ну, на чувашском. А там на другом проводе Николай Иванович, глава Батыревского района, Глухов. Он мне говорит, отдай, говорит, я не допел еще. Так у меня дети разговаривают на чувашском языке свободно, хотя на русском, по-моему. Даже лучше. Ну это, я считаю, что когда меня спрашивают, мои дети разговаривают на английском, на чеченском, на русском, на ингушском, на чувашском. Это... И насчет... Я знаю, в поэзии, в стихах, вот поэты все пишут, в принципе, о дружбе, о мире, о согласии, о понимании друг друга, потому что только через книгу, через письменность, через труд можно довести. С детства у нас недаром урок литературы бывает, вот урок какого-то языка русского, чувашского, чеченского, чтобы знать другие культуры, другие народы, культуру других народов. В недавнем прошлом мы знаем события, мы на моей родине, Чеченской республике, и Владимир Владимирович Путин при первой встрече с покойным Ахмад Хаджи Кадыровым, нашим первым президентом, первый вопрос, который, когда Владимир Путин был задан Ахмад Хаджи Кадырову, он, что вам надо для возрождения вашей республики? Он сказал, нам нужно возродить духовное, нравственное понимание моего народа, культуру. Первым делом, без возрождения культуры моего народа, мы на нашей земле мира не добьемся, потому что на этот момент чеченскую землю была экспортирована другая культура, которая сейчас в других регионах так себя процветает. Но у нас, слава Богу, с усилием нашего первого президента и его сына, это у нас как-то уже в другой ранг вышло все. Я вот еще раз хочу вас поздравить, поблагодарить от имени всего чеченского народа за вашу работу, за ваш труд, что вы сделали подарок для нас. Вспомнили, перевели поэтессу, мою землячку. Она была старше моего папы на 4 года, она 28-го года рождения была. Вот, когда мне сказали, я вспомнил, папа мой читал ее стихи, кстати, даже вот эти политические стихи она писала. Она писала про все народы, про север, про Армению, про Грузию, про всех народов она писала, и она говорила правильные вещи, и говорила простым человеческим языком. Она была членом Союза писателей СССР, она была великим человеком. Если она великим человеком не была бы, то я не думаю, что Валерий Тургарев ее вспомнил бы и начал бы переводить. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. С новым председателем Союза писателей Чечни Сканта Ибрагимовым. Это очень уважаемый человек, лауреат Государственной премии России в области литературы и так далее. И потом я отправил книги в Союз писателей, бандероль, значит, но в ближайшее время отправлю книги в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. Одна уже ушла. Спасибо вам большое. За то, что вы, поддержав меня при исполнении «Белых журавлей» встали, у нас на Кавказе при исполнении этой песни не принято сидеть. Ну, стоя мы слушаем эту песню в знак уважения всех, весь Кавказ. Да, в знак уважения всех погибших, не вернувшихся с той войны. Спасибо вам. Вот рейс от Макро. Спасибо. Спасибо большое.
Понял, понял. Спасибо. Я изучил. Спасибо. Наверное. А теперь давайте предоставим слово народному поэту Чувашии Валерию Владимировичу Тургаеву. Рыгун Пуда, товар Ширипан, Сяк Шумардагун, Сяк Дакимлежен, Сяк Мит Пиритимля, и те же Ларнажен, может быть, изыграли Холхарцин Дагнамар, и те же Сяк Мит был за Ирнене, Сяк Мит Дагнараган, Самах Сене, Шува Сене, Чарак Зимбия, Чунар Зимбия, и те же Чемалы Мяхкескельгена, Парик Самах Поэзии, Зинчень, Поэзии, Пальдера Зинчень, Пурдил Манапр, Сябахта, 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 Казахи литературная газета «Хазятра», Мардан Икиназиджа, Евгений Евтушенко, без стихов «Любите России, не быть стати духа». Тельмилия Анзат, Анджекта Пидетер с Максим. «Все самое худшее на свете начинается с равнодушия, в том числе и с равнодушия к поэзии. Между тем, поэзия необходима всем людям, особенно тогда, когда они забывают, что она им необходима. Падение вкуса – это не частная, а государственная проблема, ибо она ведет к потере стыда красть, брать взятки, врать. Все меньше не только настоящих поэтов, но и настоящих читателей поэзии. Катастрофическое уменьшение читателей в населении – это ухудшение качества населения, которое неизбежно скажется и на экономике, и на морали, и на патриотизме, и на национальных взаимоотношениях. Поэзия – это больше, чем жанр. Это то свойство человеческой души, без которого мы все недочеловеки. Потеря любви к поэзии приводит и к потере самой любви. Это взаимосвязано. Евгений Евтушенко. Передай Каланду. Кузару Эжехели Берге, Пида Куля Тарас Каларыч, Ибир Гусланман, Пердень Гусланман, Хузян Гусламини Ибир Премес Пардея, Чувашла, Ути, Халксен, Булдарлухне, Хузян, Камзем, Кузярма, Буслагене, Тенго, Пинжул, Гайлах, Пулна, Сяплавитха, Халксен, Еланах, Парбаримбе, Хуцунзе, Боронна, Ибер, Вендер, Занясла, Шазебе, Нумай, Боронна, Базени, Паризем, Галандерах, Вищер, Замахпана, Тепризем, Галандерах, Пин, Замахпана, Базен, Самах, Тымарезем, Авалги, Самавалги, Замахсем, Богар, Парувыш, Урлаевш, Зем, Таврари, Халксен, Бибер, Еланах, Хуцунна, Халидия, Хуцунна, Пар, Профессию вчера в жизни или спузасан, баллах, чималданах, первый путь таймала, Иван Яковлевич Яковлев Уманче, Асларанда Асла, Чавашамар, Вол Шулу Сабана, Вол Кадар Сабана, Кайран, Балах Кузярна, Константин Иванов Азандемар, Чешкалия Азандемар, Пурди Онланна, Ибер Хамар Тельдан Чеш Пурнзасан, Адалана Имаспар, Чилия Чекрения Имаспар, Кузангая, чисто мухтал, Паянатель Петрович Кельмелеча, тем же Сиреймерову, да и пана Уйраман Калаштарашича, Петр Петрович, Пакадарла, Эжен Хелеберги. Митада Кузярна, Тармелела Рунжихнедия, Лагердела Рунжихнедия, Кузярна Туксасанда, Кузярна. Уйраман Балах Тавдумала, Берн Геннадий Айхиня, Асла Паядамара, Шиузамирный земен, Волвильевичен, Айхи Пальдержа, Юсты земен, Юсевыра. Изер Шутларга и Хитр Шибе, Чеваш антологии Духа Италия, Венеет Сирет, Жан Робертова, Александр, Скарчи, Кузя Загларчич, мне Англия Духа, Форест Букс, издательство, Питер Франц, Кузя Загларчич, академик, Франц или Духа, Перн антологии, Швец или Духа, Хаммер, Айхи, Кузя Гене, Булан, Абулгардамар, Польша поэчи за нее, Венгрия поэчи за нее, Паркадарлэш Марио, Паркадарлэш, и Бирта Заганмига наша гжия, вот туда нараще, Порфирий Афанасьев, Юрий Семидерак, Раиса Сарбиларек, Светлана Азаматларек, куда Пурде, ша гжия, товаще, межмдезе Сенкирле, Палах, Палах, Кучар Вышевал, Уирм, Паяцеле, Жагнанат, Ипаделей, Мончета, Раскалач, вот Паршала Хэжа, Кунберге, Россия писатель Зен Союзен, Пленум, Изенче, Кашкараще писатель Зен, Кучар Вышевал, Падердамар, Сухатрамар, Паршала Хэнпулышмалак, Вышевал, Негамда Ильмес, Негамада Кирымар, Негамада Кирымар, Хамар Шаржива Шаклет Пардепар, Мерле Шаклет Пардепар Шаржива Енчинге, Хамар Чунзене Шаклеместр Булзасан, Шаржив Берен, Берн Чунзене Бердагна Чили Шаклеме Бударетов, Ахалихи Берн Чунзене Таптаща, 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 Пузахлаща. Мана Ларагуля, Хосперген Эвизенгана, Педардашин, Кадемушку Дизер, Куратор, Шамар Чебуйрамах,
Кохрега пиндидо кызер сагрымзакрымы шылда Алма-Атара жазуши издательсвара чываш прозин антологии духна. Эмнен жирдын әлтеси шербин самакшар жүгінде әгенеге. Кохрега изер унчухне советлажа бөгінде мендири хакланы шагырше кучарвышне. Казахстанда чываш прозин антология. Света Азамат, кілька тох, майбуду бігу загурзет, чак кенегене, літературу музейне парнелі, вона управала, вона карен ніштанда і бірту баймас бар. Вол літературу музейн дзе булмала бенеге. Вона баян німле укша бару дуян мәжуқа. Таргасын. Ну вот, похор, кебір бенеге, коллег, у кужарлы жіл палыгы, утмалды хармышылда, асы поэдамар Петр Петрович Кузангай, Кузангай, Шестер Мишин Чингун Аги Сабине Танчири Аллы Чархебе Галарайт. Аллы Чархебе Утмолдох Хармашилда Шукла Закохага. Ребежа Хузангай Мандири Хизепна Чингун Малагуна. Мандири она Пальмелле Булна Шаржеврада Танчирире. Она полушмашкан Чагешле. Ведь армян зен хойзен шрифча, грузин зен хойзен шрифча. Заплавить как Пернгунда Чукубике. Каранто Хрондо Хармашилда и Бертада Пилик Кучару Гушамар. Хузангай Жимне, Хузангай Кучарне. Кузяр Узенчумне, Агальжан, Швед, Италия, Турка, тогда хочешь чем-то, ну, Аллы Билик Сергебе, ту хрящак Кенеге, ку Кенеге Неге, пан Ништанда, Тупса Ильмичу. Ну, кстати, всего горах, Хальхи Гумзен, Палетов Майах Кулмас, Туксагайра Габдулла Тукаин, Халыхам Санайбратам Кенеге. Ниганда кетмен, чавашсен, сазардык тыдащиге тудар поечен, асла поечен кенегене, чавашла каларащигезе. Пуринжене та тудар зербетмен. Везем чынах тэттэлэндэм, не ушлы каларны, не ушлы каларны гулэп, не ушлы. Тухры, тавдурра, печатленджа, перенамысмар, шабавишка, эйбэкал, тудар зене галама гулдараппар, эйбэр сэрэнне калардамар, эйзэр бирне хыжан галарадыр дезе. Вара кайран, тудар лечезэн бирне. Сәк кенеге де қауқаланса қайса, сынақта сәкін бе кенеге қыларсыз. Күнде манын еп күжарны, тукайын еп күжарны ширым сабине еліне, подстройшексен дұза, Лязабановызым Маризым бәтне, Удмуртсым бәтне, Морбазым бәтне, Кушкыртсым бәтне. Вот, ну, пала күнде туда влада да, бұл самалданақ күлні, бара, Адылба Уралдарығын жи, Улда халық сенчергебе, Габдулла Тукайын ширым сабине күжарза қыларсыз. Во Витхала Гаши клини, во Республика на Ши клини. Пуста заязаса на Мксиде Дубанет. Витриде Дубанет. Кайсин Кулиев, Кавказ Кенерей. Кавказ по пиде вылезе жена. Чаваш культуре, чаваш тенжи, чаваш порнозе. Юрий Семенович Кадарен, Сулейман Стальский ве, Полонусов Шереби, Чирузен Журетне, Бадармашу Зензе, Барбарне, Савазен Халалана, Мамакаев, Чечен, Литературин классика, первый Кузангайба, Тусла Булна. Ага, ман Алара, изертен Самексен Курман, ку портреда, первый Кузангайба, Кайсын Кулиев. Перейдемный портрет, паян Самахнай Даласасын, Кайсын Кулиев Сюранлы Бун. Паян Кабарда, Балкар Республикинче, Чегемра, Ебунда Булна, Твадышыл Гайла, Кайсын Кулиев Сюранлы Куне Ясбе, пиды Кузы Гуя Герген, Шаунда Манын Юлдаш, Муталик Бепаев, сяк кенегене, парни лет, Кайсын Кулиевын музейне. Кайсын Кулиев, Варжира Аманды Хыщен, Шубашкарда, госпиталье сипленне. Дом Моттегене вырвите, сяк на хирис элек госпиталь гулны. Кайсын Кулиев, Сурани зене, Шубах, сяунда сипленне. Игир Танзеге пиды шихынза тараппар. Сяк шихыну, мэнчухле вол ширепрех кулэ, мэнчухле андарах кулэ, пиренхалых, Чаваш тэнчі шанжуклі кузыкрахта чударах кулэк. Кэскэн гэна кэбар ябала бергі ябкала забарашын. Вырыс поэзінчі ібір калеген тада пігэх пальмэн пар гений бор. Она Гавриил Романович Державин дэсі. Паризэм кулар зэнгадасы вау
асташысын тудар бұлны деші, Геннадий Юмар шеріп лейдет болса бақта, Олег Италаш, Ирцемар Таркасын, Ирцемар. Кебірізден далашы Чывашранах тухны кейсі. Кебізе Бірікшул Гайалла, Бішул Гайалла, Хузанда Ренат Харис мана Габриил Державинын Бог ядла о дыне, Була забачы малдан вырысла, Кайран Пельгер шешак о дына, Тударлар бұжарны ішінчен. Ек була забохрында, Державинын Бог ядла о дыне, Манран пулмас, епкінан екшанда бұжараймасып керім. Шынақта езі бұқыр мәлелек Янаратыл, Бұрысла, Мангайын Шабақта Сирия Шақнай Каласар Варас келеткінде. Бог, о ты пространством бесконечный, живые движения вещества, течением времени предечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, жизнь сохраняет, кого мы называем Бог, измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и мер нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих, лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременно из бездны вечности возвал, а вечность прежде век рожденного себе самом ты оставал, себя собою составляя, собою себя сияя, ты свет, откуда свет истек, созданный все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть и будешь век. Волвар, я пример, Гуламастер, я сирия, поэн почекана учет, ты забрасывай. Хаюзи дерзе, Шакодына, Чавашла, Еп, Кузярдым. Малдан, Кузярый Маслов, Кульденыча. Юрий Семенбергия, Порфирий Афанасьев, тогда Иван Тай, Петр Васильевич, Валерий Николаевич Гордеев, ман чи чапла ОТК, бізем чи мене мана терес объективлы хак парагензен, державинан тура Якауды, Шагымбек, Янара Чавашла. Езуслых пек, вежекер ризер, Езэмэр чэра югым бек, Ез богу дыркинес и смезэр, Сичэн виссан парагибе, Ез пуржер дерев у разамлых, Салдалзэр мэнзэр ез хватла, Ез вырнаш мастана стана, Ез тэнчэнеху батулдарна, Она пуласлых ез аббана, Тэргэнь бертура ез кана. Кулаки нестопьян машкан, хемзамаган пайрганан, вишне булат питтар сасан, вишне майжук санагана, чьёсты земде пали имеща, тепчесты земде тепче имеща, сан шугана сан кунжулна, шавахта шугуш шекензесан, сан жюлешне волчел калешен, ку шугушта саманткана. Малдан палах пулман жергерых, шаб ергене эстовичен, шут шанжи кургалькилен мелех, пулман был эзэ пиличен, эсхов хвадуба хваплан, сан шудуму тазада асла, пур шуда да тугать сан ран, пур ривол персумахран жил пулна, эскивинчен, шен пулн туна, эс пулна пур пулан ялан. Кибергот, каларет, пурнапарга, эслиэтпар, эслиэтпар, халь, маданах, кумбекталами, перец, перец, мари, черетре, мустай кариман, тенеги, хадарбал, кужарна, типографии, че хадарли жагуна, укшаду басы, кана, мустай карим, тенеги, не перен, чувашта, калар, маллар, вся плавит, тузымзен, Пушкарстан бери ялана хошен гацееветь, Ухсай уявые, Константин Иванов уявые, Нарспи поэмы шаржил дударни Володовапре, а хамрын гунда пушкарцем Шукрахта, пушкарцене Тенбек Павла Тавдывай Маспар. Чам бадан Мустай Карим дене гене чувашла кыларне, пирын халықшында, пирын туслықшында, кебір пысық паркадарлы Кулай Пүлдезе шутладыр. Талах, пирын уяп тұсылат хэ, мадалай. Чуваш республики культура, национальный жизнь, информация политики, тогда архив министра, Роза Михайловна Лизакова Дахулшинать. Роза Михайловна, Таргаш, Зрезамах. Валерий Владимирович, Дашсин, Павел Ильич Малый.
обсуждать презентацию книги. Во-первых, потому что книга, выход, день выхода книги – это всегда событие. Это событие, потому что это публикация очень сокровенных, очень важных смыслов, которые заложены, и та грань, с которой начинается жизнь, отдельная какая-то жизнь книги. Вот сегодня это еще одно главное, первое свидетельство того, что уже начинает книга жить. Великая страна, Советский Союз, которая, наверное, была великой благодаря своей великой культурной политике. Какие были поэты, какая была сильная переводческая школа, институт переводчика. И я говорю на русском языке, вижу, потому что здесь есть люди, которые не знают язык. Потому что институт самой переводческой школы в этой великой стране рассматривалась как нечто большее, чем просто политика, чем просто дипломатия или просто какая-то программа. Это было нечто большее, то, что объединяет и цементирует разные народы в этой огромной федеративном государстве. Федеративному государству надо уметь жить. В Конституции это ясно. Федеративное государство должно уметь жить многим другим факторам, которые присутствуют в правовом поле, как у федеративного государства. Но мне кажется, что в новой России мы потеряли умение жить как в федеративном государстве. Уже давно перестали издаваться книги переводов поэтов разных народов России. Тем самым даже сам русский язык, тот универсальный, главный, первый, наверное, язык общения народов на этом великом пространстве нашей России, даже сам язык очень многое стал терять, потому что он стал как-то перестал обогащаться голосами вот таких людей, как Расул Гамзатов. Понимаете, это великая потеря. Я не знаю, осознаем ли мы, насколько мы бедны стали, насколько мы много мы потеряли в этой стране только благодаря тому, что уже перестали готовить переводчиков в институте, литературном институте в Москве. Уже нет такой сильной школы, уже нет этих кафедр, этих людей, имен и целенаправленной политики, государственной политики в этой сфере. Я боюсь, что объединить Россию сегодня не сможет ни границы, ни тысячи километров границ, ни миллионы оружия и даже экономика, даже она не сделает великой нашу Россию сплоченной, единой. Россию может сделать только культура, голос человека, эти горизонтальные связи поэтов, это проникнутость друг в друга, это умение слышать и говорить друг с другом на одном языке, на каких бы разных языках мы ни говорили. Это была великая страна, и спасибо, что есть люди, которые вот в нашей маленькой Чувашии сохранили этот язык, сохранили язык переводчика. Огромное, огромное открытое сердце к языкам других народов, живущих в России. И по большому сегодня вот в этом маленьком зале происходит событие огромной важности, потому что на чувашский язык, на наш любимый родной язык переведены стихи великих советских поэтов, которые останутся в истории. Наверное, СССР нет, но есть эта литература. И спасибо вам большое, Валерий Владимирович, что вы совершили эту работу. Я считаю, что сегодня огромная работа. Вот накануне Дня Единения, Согласия, вы просто совершили свой еще один личный подвиг. Этот год очень важный для вас. Просто я думаю, что, наверное, вот то, как много вы сделали в этом году, наверное, это было заготовлено давно. Вот юбилейный, 50-летний, вы издали книгу Габдулла Тукаева, здесь же мы открывали. Вы пригласили на ваш юбилейный вечер. Благодарю вас за это служение. Я считаю, что вы должны иметь в себе силы, эту энергию продолжить эту работу. Спасибо вам. Делегация Ердивю Чувашской Гибель Литературии Неберендеген Яшнова Алиса Вячеславовна. Сава Каламага, Сава Каламай Радага.
Тет, Ватмуш Класра Вернигения. Тахармуш Класра Вернигения. Лукиянова Екатерина Кизбашевна. Пушна усмаза рут ташманна дарахтарза,
із пурунзам як наямазар, що льдузіне савндарза, із ут хобжулубав таганмазар, ні шліню залія волтемар, ні шлі зімбе таван лашсасан, із пулан чителей зрад, ні шлі лексаради сарда, куркурайманлах волзана, тадах таыра, вейла дудар, щудат тарзан тазазанна. Ташман рдан пачан іменя, ану зарумжан алдра, юрлат пулзасан кая, келя, пайдах лишкаш корундавра. Суя ргамал халлие, шиннал клану май суяйма, савман заты темлеге, пуски дарье, малдан сарзам. Чуваш пашал педагогика университетин студент жизнь дела раньше. Возьмите с собой была забарашен, тарашен или забывать пухарку в зиме. Понятие ира вахат ценелек мэля бутер хизепля поэзия юра таганзем. Чуваш пашал педагог университетин дзе, чуваш филологии факультет жергелеген, хунав литературы прилешеведем, чак и лемле книген чашиме посадухре, мунди сова зембе палаше, хотя вали, чи и лежите, но сомните свою лазаевича. Со слегшенех, адык поэзиям Исхак Машбашин и всем сывнем лазаварышин. Эк хизе бледеб, и всем зире, упранышин эзир шерели мне. Ялтаю зетери и щуки, пурбарех, эзир и лем кюрея дженжене. Тебе чугни эзир шинзем бегех, саватыр да украдыр бір-бірне. Легіз бұлзасын әбейінгеге аншелер, манвали чонышшыне. Селе паман суйман, ұлдалама, тұмарырден ден шиліп шамын ба. Куншылыр зерін пір тешімыл бар, анжақ та тұбұшмашы шыға ба. Әпке мебет ижешін денесре, шитзе ұрашын юқтырық сене, чи ожы шур бұлза әберзере, чинешин ханана тузын зене. Ялан тарас чумман мхимлензе, ялан ман ожидас чучун зене. Еп елыш пек урашин джевельзен, чумдан бардан тавторуп чугенем.